Та-дам, ребятки! Та-дам! Всем привет! Нам у нас пришла сегодня посылочка от наших друзей. Тёма, Аня, спасибо большое. Канал Папин Движ. Прислали подарочки к дням рождения. Спасибо, распаковываем. Будем посмотреть что-то такого интересного. Лена в кадр, к сожалению. Да, мы уже все привыкшие, да. Лена у нас за кадром. Да. Будет наблюдать. Так. А может, ее на кровать, на диванчик поставишь? Можно. И вот так вот сядешь, чтоб я тоже тут села. О, киса сразу заинтересовала. Что? Мясо. Не для тебя. Так, что это, Сережа? Угу, что это такое? Это мне, что ли? А кроме меня никто не пьет. Алкогольное? Ну, наверное. Так, сейчас, подожди, Лена, читай. Светлое пиво, а переверни. Вместе с спирту там написано. 4, так, 2, так, так. Справжнее живе. А, да. 4-2 оборота. Это тебе. Да, значит мне. Спасибо большое. Спасибо. Слушай, холодненькое, да? С новой почты прям. Вот я сидя. Да, да. Да, давай. Та-дам! Вот ребята, это да! Спасибо! Так, рыбка, пиво сегодня. Ого! Нифига себе, а что так много? Это рыбы. Это плотва. Много не бывает. Мам, смотри дальше. Тем более плотва. Та-дам! Обалдеть! Ребята, вы чё? Спасибо большое. Вы чё? Ты ж понимаешь, и трогай уже, и чьи есть икра, чьи нет. Блин, некоторая с икрой, по-моему. Да? Офигеть, да. Класс. Ну, у меня что так много-то? У меня папа прыщит. Спасибо, ребята, большое. Та-дам! Это колбаска какая-то, да? Или что это? Это в этой, которая в белой плесени? Да, в чем-то белое. А, фуэт. То, что я на день рождения покупала, только у нас была в пленочке. Типа подделка, наверное. А это, наверное, настоящая. Она в белой штуке, она так должно быть. Вот такой. Спасибо, ребята. Вы такое еще никогда не пробовали. Это папе. Да. Ну ты ж нам дашь, чтобы по кусочку попробовать. Конечно. Мне к пивасику-то. Та-дам! Ого! Мы же бутербродники. Вот это да. Да. Это же типа идет, как знаешь, как вяленое мясо. А это, ну тоже вяленое. Колбаса, ого, что такое толстая. Колбаса вяленая, тоже в белой такой штуке. Сыровяленый по каким-то технологиям. А мы уже все прется. Глобина, слушай, мы таких что-то не видели у нас, да? Да? А это вообще какая-то крученная. Вот тут вот, ну вот как она засыхает, да? Крутая. Она крутая. Крученная, да. Спасибо большое. Будем пробовать, потом мы тебе не дадим. Расскажем, как оно такие. Потому что я понимаю, это дорогая какая-то, да, колбаса? Ну, да. В особой этой плесени. Есть, знаешь, типа сыры в плесени, там вот это вот. Это для, ну, таких. О-о-о. Спасибо, ребята. А это фонарик шокер. Ого! Ребята, это, для, конечно, для папы. Ого! Чтобы от собак отбиваться. А, я видела в интернете, что собаки боятся вот этих вот. Оно когда треск, ну, чисто отпугивает, так делаешь, и собаки этот сам. Я надеюсь, тебе в жизни не придется применять его в назначении, дай бог, чтобы не пришлось. Я собак-то не особо и боюсь, я их вообще. Ну, мало ли, так вот ты вот там пешком пошел на деревню, знаешь. Пошел. Так открывай. Да. Сережа, мне интересно. И фонарик еще, да? Два в одном. Покажи. Что тут? Смотрите. О, только смотри, ничего не нажми, блин, бо то сейчас будем страшного. Тебя спасать. Да что тут спасать? Ну чего их нет? А как она на батарейке? А, ну да, тут батарейка надо вставить. И да ничего не покажешь. Так. Вот это да. Такого у тебя еще не было, да? Фонарик. Штучки. И фонарик классно, что. Да, но он сам по себе такой увесистый. Большой такой, да? Да. Классный. Прикольно. Круто. Ну, там сейчас батареек нет, да? Ну да. Ну да, надо вставить батареечку. Ой, подожди. Что там? Он работает. 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 А это что для чего? Да, подожди, это вообще от прикуривателя заряжать. А, да, точно. Да. Это зарядка. От прикуривателя. А это что у нас? Короче, ну, батарейка, понятно, вставляется, но она вставляется в фонарик, наверное. Да.
Разберемся. Сейчас. Сейчас. Так, фонарик шокер. Система зуммирования. Ого, это как? А, чтоб фонарик дальше светил, да, свет? Тут батареечка есть, видишь? Ого. Какая. Да, так, система зуммирования, яркий свет лампы, супер шок, высокая емкость литиевых батарей. О, вот так вот. Офигеть. Ну, будем разбираться. Да, да, может он с холода. Не, он должен включаться, если батарея есть. У меня палец этот порезанный в бьюди. Сюда тоже батареечка, видишь, вставляется. Короче, надо разобраться. Ну, всё. Да, он работает от той батарейки. А вот, ой, ты мне светишь прямо сюда. А это что? Вот это и есть, наверное, этот шокер какой-то. Так, ты же понимаете ж. Ой, она на магнитике. Коробка классная, крутая. Так, подожди, тут, Сережа, еще зарядка есть, вот. Угу. Не достали. Прикольно. Значит, это аккумулятор. Скорее всего, так, здесь. Чтобы использовать батарейный блок, просто положить в батареи и затяните хвост винтов. Ой, когда включен в сеть красные зарядки, предупреждение. Так, прочность проводов, алюминий. Короче, нужна помощь. Да ничего, разберемся, какая помощь. Да? Разберемся. Сейчас все. Внизу нажимается. Надо на собаках проверить. Собака, давай на тебе проверим. Да, кого? Не щекнет током ее. Давай. Там так. Да я шучу. Разберемся вот там. Спасибо большое, спасибо, ребят. Фонарик – нужная штука, да. Когда в кармане есть свой фонарик. Да? Да. Бывает, порой мы на деревне там ночью уезжаем, свет выключили и… А я люблю по ночам ходить. Ну да, да. И ищешь те ворота, где выход. Да. И я, видишь, телефоном вот это подсвечиваю, а фонарика нема. Фонарик – это цены нет, он всегда пригодится. Спасибо, ребят. Тем более дома в таких условиях там в селе, да? Да, да. Носочки! Носочки. Розовые. Носочки. Это Лени. А что, нет. Лени? Это Лени. Мне, другие. Да, конечно. Это Елене Сергеевне носочки. Спасибо большое. Носки тоже нужная штучка. Еще и с оленями. Красивые. Моднячие. О, а это нам с тобой? А, наверное, может быть, это нам с тобой, да. А это папе. Тоже с оленями? Да, с оленями. Да. Говорю, да, наборчик. Да, как там песня была? Она меня олень, та-да-да-да-да-да-да. Умчи меня олень, в свою страну оленью, где звезды рвутся в небу. Прикольно. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Ой, я со своим шмырганем носом, со своим насморком. Ух ты, смотри. Сладости пошли. Спасибо, шоколад. Спасибо, такой. Ребята. Это очень-очень вкусный шоколад, внутри с печенюшкой, молочный шоколад. Классный. Рошен. Спасибо. Спасибо. Будем с чаем пить. Угу. Еще один. О, а это с орешками. А, да, это немножко другая. Орехи и нуга. Класс. Спасибо. Это вкусный шоколад такой, молочный, да? Он прямо, это тот шоколад, который, если в руках долго подержать, он тает. Да-да. Спасибо, конфеты. Спасибо. Там разные. И с орешками, без орешка, с разными наполнителями. Вот тут вот сзади оно нарисовано. Вот тут орешек кешью, потом фундук, и в белом стаканчике, и в молочном стаканчике, короче, разные вкусы тут. Спасибо. Спасибо. Так. Альма тоже смотрит, сидит там. Та-да! Это Елене Сергеевне. Да? Да. Ух ты. Да. Прикольно. Лена, держи подарок. Я смотрю, думаю. Покажи ей. О. Смотри, какой Лета. Красивый. Розово-серый, с такими веточками, цветами. Спасибо большое. Спасибо большое. Это обалденный подарок для молодой девушки. 14-летней, да? Будет у тебя красивая-красивая постелька. Потому что на самом деле, если честно, то у нас все постельное белье уже давным-давно, как-то с годами в разнобой, да? Да. Наволочки одни. У Лены там что-то, под одеяльник, да, другого, просто простыня вообще убежала.
Вот, ну, а теперь классно. Будет красиво-красиво у тебя на постельке. И ты, когда будешь спать, тебе будут сниться сладкие сны. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, ребята, за подарочки. Угадайте, что там полюбит. Там еще что-то есть? Что папа любит вообще? Угадайте. Айфоны. Что это? Чай. Чай? Нет. Что еще у меня есть такое? Собака. Бананы. Ну еще, девчонки. Блин, намекни. Что я люблю по жизни вообще? По жизни? Да. Микрофоны. Ну, подожди. Не знаю. Не угадаешь, да? Ну что я люблю? Вот мы проходим где-то на морях. Нет. Возле чего я останавливаюсь и смотрю? Возле воды, возле деревьев. Ну, нет, подожди. На базаре. На базаре? Подожди, ну не доставай, да я вспомню. Так, давай. На базаре томат. Нет. Так, подожди. На море, а томат не умничка, Доль. Точно, блин, ножи. Офигеть. Спасибо огромное, ребята. А я думаю, что ж у тебя такие глаза, видела, сверкнули так. Это ж у Сережи слабость, точно, я ж все забыла. Ой, посмотри. Это ж капец. Сережа, это в твою коллекцию. Да. Я говорю, ты хоть пользуйся, вот ты их бережешь. О, пошло. Ты их бережешь, тебе жалко, да, что ты ими такое, ну, там, серьезное ими делать. Да, да. Вот да, есть такое. Мне это долбить. Я долблю, если какое-то это самое дерево, то таким ножом, который мне не жалко. А те мне, ну как? Ну, как бы, да. Потому что я не один сломал когда-то в молодости обделил. Жалко, да, да тебе? Да, я посмотрю поближе. Слушай, а он не сильно тяжелый. Подожди, да, у меня не фокусируется. Вот. Это надо этот, папка. Затеивать шашлык, короче, на даче, и ты будешь мясо резать. Так, вот так вот. Мишуру из него делать. И острый, кстати. Да? Да. Офигеть. Слушай, и классно, ребята, что спасибо. У рукоятки вот этот вот упор есть, да, в большой палец, что не соскочит. Ну да. Да, вот такое вот. Класс. Вот это да. А я думаю, что он там, я вижу такой глаз-глаз, левый сверкнул. Стояли, смотрели. Круто. Классно. Целый день рассматривать его, доставать фонарик и ложить на место. Нож. Как раз то, что надо, да? Да. В одной руке одно, в другой другое. Прям набор. Фонарик, нож. В одной руке фонарик, в другой нож. И на большую дорогу, да? Спасибо большое, ребята, за подарки. Спасибо за подаренные эмоции. Дай Бог вам здоровья, счастья, любви. Всего самого хорошего, здоровья вашим детям. И спасибо, что порадовали. Спасибо. Все нужное и приятное, ребята. Спасибо. Все, ну а нашим зрителям спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, пока-пока. Пока-пока, ребята. Ребята, посмотри, пускай Альма уйдет. Подожди. Да, Лена аж перепугалась, мы поняли. Короче, подожди, сложно, да, я покажу, подожди. Спереди находится сам механизм. Ой, сейчас не фокусируется. Блин, что-то. Что такое? Этот самый. Вот железные вставлены по кругу. Видите, штуки? Да. Вот, подожди. О, есть, да. И этот, оно так громко. То есть при включении фонарика дополнительно еще включаешь эту самую. Классная штука. Да? Ну, оно так вот громко. Вот первое включается фонарик, вот он. Вот, а теперь... Дальше переходим на шокер. Блин, я боюсь. На шокер перешли, и потом надо нажать. А, я поняла. Глядите. Ой, блин. Все, не надо, бы собака лезет. Не дай бог, ты что? Оно так, да, конечно. Слушай, оно так мощно. Не, классная штука. Нифигашка себешка. Ты что, у Лены аж волосы дыбом встали. Испугался ребенок. Сережа, ты дома вот так не балуй. Быть можно, я не знаю. Хоть предупреждай. Офигеть. Ну, интересно, да? Ну, а оно вибрирует прям в руке, да? Да нет. Нормально. Донь, не бойся, все. Не, я боюсь. Она боится. Ребята, спасибо большое. Спасибо, вот ребята. Вот сюда. А, не направляй на меня, мне так страшно. Ты че? У меня классно. Аж мурахи так классно. Вот тут. Классно, Альма. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Класс. Ребята.